Потерпевшему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, сказал, что с его карты совершается подозрительная операция и попросил секретный код, находящийся на обороте карты. Финал известен. С банковского счета пропали 135 тысяч рублей. Мне позвонили на сотовый телефон и убедили снять деньги со счета. Полицейские снова напоминают, что нельзя доверять так называемым представителям банков. Лучше всего попрощаться и обратиться в офис своей кредитной организации, где и уточнить всю информацию. Никогда не сообщайте неизвестным людям коды, находящиеся на обороте пластиковой карты, а также те, что приходят на ваш сотовый телефон.